Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 4, урок 36. Выполни действие. 27 ар 64 метра квадратных. Отнять 5 ар 48 метра квадратных. От 27 отнимаем 15, получается 12 ар. От 64 метров квадратных отнимаем 48 метров квадратных. Получаем 16 квадратных метров. 7 ар 35 квадратных метров прибавить 5 ар 8 квадратных метров и прибавить 4 ара 87 квадратных метров. Складываем первые две величины 7 ар и 15 ар. Это 22 ара. 35 квадратных метров и 8 квадратных метра – это 43 метра квадратных. Теперь добавим 4 ара – 87 квадратных метров. 22 ара и 4 ара – это 26 ар, а 43 метра квадратных и 87 метров квадратных – это 130 метров квадратных. Переведем 130 метров квадратных в ары. Получается 1 ар и 30 метров квадратных. Добавляем 26 ар, получаем 27 ар, 30 квадратных метров. 36 гектар 23 ара, отнять 9 гектар 5 ар и отнять 12 гектар 72 ара. Переставим данные значения местами, то есть от 27, когда 36 отнимем 9, мы получим 27 гектар. И отнимем 23 ара минус 5 ар. Получим 18 ар. Мы не сможем сразу отнять от 18 ар 72 ара. Занимаем 1 гектар, переводим его в ары. В одном гектаре 100 ар. Значит, вместо 18 ар у нас получилось 118 ар. А теперь начинаем выполнять вычисления. 26 гектар минус 1 гектар. Минус 12 гектар. Мы получаем 14 гектар. А 118 ар минус 72 ара – это 46 ар. 8 квадратных дециметров, 2 квадратных сантиметра. Минус 58 квадратных сантиметров, 96 квадратных миллиметров. Получаем 8 дециметров квадратных, переводим в квадратные сантиметры. Получается 800 квадратных сантиметров. 2 сантиметра квадратных переводим в квадратные миллиметры. Это 200 квадратных миллиметров. А теперь начинаем выполнять вычисления. 800 квадратных сантиметров минус 58 квадратных сантиметров. Получаем 742 сантиметра квадратных. 200 миллиметров квадратных минус 96 квадратных миллиметров, получается 104 квадратных миллиметра. А теперь переведем данные величины в дециметры. 742 сантиметра – это 7 дециметров и 42 сантиметра. 104 миллиметра – это 1 сантиметр и 4 миллиметра. Добавим 1 сантиметр к 7 дециметрам. 7 дециметров так и остается квадратных. К 42 сантиметрам добавляем 1 сантиметр. Получаем 43 квадратных сантиметра и 4 квадратных миллиметра. Ответ. 7 квадратных дециметров, 43 квадратных сантиметра и 4 квадратных миллиметра. Это наш ответ. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.